7 мая по приглашению сообщества энтузиастов под кодовым названием «Да» в Виннипеге пройдет концерт Вадима Мищука, замечательного автора песен и исполнителя, широко известного в дуэте со своим братом Валерием. Кто был на их концерте, непременно придет еще раз. Итак, встречаемся 7 мая в 7 часов вечера в Balmoral Hall School. Душевная теплая атмосфера, прямое общение с исполнителем, автограф и фотосессии – приятным бонусом каждому билету. Приобрести билеты можно по ссылке в два клика.